Едем сейчас на улицу Демьяна Бедного. Это половина автошкол Хабаровска маршрута. Мы с улицы Большой будем поворачивать налево. Самое главное — не торопиться. Многие люди, видите, объезжают через сплошную, чтобы успеть. Но я считаю, что торопиться не нужно. Туда, куда они спешат, принимают круглосуточно, правильно? Да. На стоп-линии останавливаемся, красный сигнал светофора. Вот впереди нас машинка, она уже нарушила правила дорожного движения, выехала за стоп-линию на красный сигнал светофора. Ну, если на всех обращать внимание, мозги взорвутся. Мы следим только за собой и за своими, конечно, действиями. Когда загорится зеленый сигнал светофора, на перекресток выезжаем, на центр перекрестка. Главное уехать задними колесами за зебру. Да. Если мы не уезжаем за зебру, значит, мы не выехали в перекресток. Все. Пропуская встречный поток движения, а это аж 3 полосы, тут спешить не нужно. Тут всегда мы успеем. При повороте налево, когда мы будем поворачивать, обратите внимание, чтобы не было пешеходов. А то мы решим проскочить, а там будут пешеходы. Мы остановимся, и нам кто-нибудь заедет в бок. Это не есть хорошо. Вот эта пачка автомобилей тоже не очень грамотно встали здесь. И нам из-за них не видно ничего. Вот еще и слева, да, подъехала машина. Ну нормально, что? Смотри, загорелся желтый, красный, да, мы завершаем маневр. Поехали смелее, и никого не пропускай вообще, не бойся, не бойся. Все, заезжая на эту улицу, надо было вправо, конечно, поехать, но у тебя уже та траектория была, и там был знак 40. Все, знак 40 еще впереди. Еще впереди, да, дублирующийся знак. Включи правоповоротник, давай вправо выйдем. Там сейчас парень проедет, смс-ки пишет за рулем, молодец. Вот, смотри, он, видишь, поворачивает, мы притормаживаем. Перекрестки поедем направо. Хорошо. Кстати, очень многие спрашивают за перекресток Карла Маркса. О, сейчас совхоз, я не помню. Краснодарская улица, да. Это сейчас направо она идет. Мы сейчас повернем, и я объясню, как поворачивать на Карла Маркса с левым поворотом в сторону аэропорта. Поворачиваем в крайнее правое положение. Это ближе к бордюрке. Аккуратненько, не спешим. Крутируй. Вот так вот. Все, поехали. Вот так вот. Смотри, здесь очень внимательно. Здесь нужно повернуть налево, пропуская все автомобили.
и движение вправо от нас, и движение влево от нас. Соответственно, тут еще пешеходный переход. Мы также должны, если выезжать уже, мы должны проехать пешеходный переход. Если мы встали на пешеходном переходе и не уехали, и идет человек, конечно, мы не то чтобы не сдали экзамен, в любом случае мы уже не сдали, но это некрасиво. Тут нужно обращать внимание, светофор справа буквально 20 метров от нас загорелся, красный сигнал светофора. Слева у автомобиля от нас знак стоп и стоп-линия. Пешеход идет? Нет? Женщина, ну проходите. Да что вы нам сигналите? Вот видите, человек подождал, постоял, покурил, а мы в итоге остались...